собираюсь в Голландии. И это... Мне, как всегда, везет. Мой поезд ушел вперед. Я остался один. Это моя русская жизнь. Это моя семья. До утра будешь ждать в суматохе дорожных картин. Это радушие и гостеприимство. Это русская культура и традиции. Мы по льду, да по камням, домой, домой, домой. Я дойду домой, дойду, дойду домой, дойду, дойду домой, дойду, дойду домой, 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 домой. А поезд увез багаж. Это любовь и счастье. Это мои проводники в этой новой жизни. Это Москва. Это символ России. И это полотна великих русских художников. Распогодилась погодка, сегодня выходной, пойти погулять. Пойдем гулять. У меня в кармане честная сотня, надо бы ее разменять. Давай. Пляски у крестьянской заставы, девки у Покровских ворот. Улочки московские, спасские, петеровские. Я люблю вас, улочки, улочки, шкатулочки. Улочки московские, вишня, вишняковские. Я люблю вас, улочки. Играть в хоккей. Так и я написал в своей анкете. Спасибо папе Саше за то, что он мне нашел команду. И спасибо моему тренеру Сан Санчу. И, конечно, огромное спасибо мальчику моей команды. И теперь я болею за Ярославский Локомотив. Я очень люблю животных. Эти щенки остались без мамы. Это были очень трудные дни. Ведь кормить их надо было каждые 2 часа из соски. Love, love, love. Это мой ребенок Симона Станкова, полноправный член семьи. В России очень много добрых и милосердных людей, готовы помогать бездомным животным. Я очень рада, что я тоже могу помогать в приюте «Право на жизнь». Это русская зима. Это снеговик. Это сильный мороз и много снега. Это купание в ледяной прори. Это чай из самовара и шашлыки. Это санки, лыжи. Так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Это когда я целый день провожу со семьей за городом. Знаю, отчего так печальные листья летят. Под рубахою душу.
лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от веток. Посидим на дорожку, родная. Это Новый год и подарки. Ты пойми, я вернусь. Это зимняя забава. Это лучшая зима в моей жизни. Старуха махнет на прощание рукой. И за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят. А последнее, эх, западает. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. Это русская школа. Это много предметов. Это много домашних заданий. Это много русской истории и литературы. Это мои любимые вторые классы. Это школьный дневник с пятерочками. Я люблю рисовать. В России очень хорошее, классическое, художественное образование. Я сейчас занимаюсь художественной школой имени Шлейна. А это дизайн-студио. Русские люди разные. Я встречала общительных, и стеснительных, веселых и грустных. Я люблю узнавать русских людей и проводить с ними время. Спасибо, АФС, за много друзей. Спасибо, ребята, я вас очень люблю. Спасибо, АФС, за эту маленькую жизнь. За то, что я изменилась. Я люблю жизнь, я люблю людей, я люблю Россию. Спасибо моей русской семье, моей родной семье. Спасибо гимназию, волонтерам, учителям. Спасибо всем.